В стране карантин. В большинстве случаев границы можно пересекать только по согласованию с оперштабом. Как в сложных условиях завозить товары в Приднестровье? Такой вопрос сейчас у предпринимателей. Решение проблемы есть, можно воспользоваться услугами таможенного перевозчика. Контактные данные и правила на сайте Государственного таможенного комитета. И еще уточнение от ГТК для тех, кто хочет стать таможенным перевозчиком. Лицензию могут получить только юридические лица. Нужно собрать пакеты документов и обратиться в таможенный комитет. Решение принимают в течение 3 рабочих дней.